В эфире новости «Анапа регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Одних детей выпустил, и появляются другие дети, приходят, и с ними начинаешь по новой. Призвание – педагог. Воспитатель детского сада Анастасия Ивченко представит Анапу в финале краевого конкурса профессионального мастерства. Я слышал, как мой позвоночник хрустит. Очень сложно. «Сила Кубани». Фестиваль экстремальных испытаний выявил лучших спортсменов Юга России. Победу одержал нокаутом. Золото в спортивную копилку. Анапчане стали чемпионами мира по рукопашному бою. Глава города-курорта Юрий Поляков запланировал поездку в хутор «Рассвет», чтобы пообщаться с родителями учеников школы номер 26. Как рассказали местные жители, назрел ремонт кровли. Основные же вопросы, которые поднимались на приеме граждан, связаны с дорогами, а также коммунальным хозяйством. Один из дворов в самом центре города-курорта. Жители дома недовольны размещением мусорных контейнеров, которые, по их словам, принадлежат продуктовому магазину. С той стороны, когда была реконструкция магазина, они установили мусорные контейнеры. Это раз. Во-вторых, там рядом находится детская площадка. Это два. То есть есть у нас ответ, это Бузуновой, что является нарушением СанПин и так далее. То есть по результатам рассмотрения информируем наших жильцов. Их вообще надо оттуда убирать. Или вынести на Новороссийскую. Житель дома, ветеран войны в Афганистане Сергей Ситала, на приеме у главы муниципалитета Юрий Поляков поручил управлению ЖКХ и управляющей компании проработать вопрос с магазином. Кроме того, Сергей Ситала обеспокоен перегруженностью анапских улиц и пригородных трасс. По словам Юрия Полякова, запрещать въезд иногороднему транспорту противозаконно. Тем не менее, действующая власть принимает меры для решения проблемы. Это, к примеру, правило для застройщиков. Одна квартира, одно стояночное место, действующее с 1 февраля текущего года. В администрации и муниципальном совете обсуждают возможность строительства многоярусных парковок, а в правительстве края поддержали строительство круговой развязки в районе санатория «Россиянка», а также обустройство дополнительной полосы на Симферопольском шоссе на выезде из Анапы. Комиссия по ГИБДД Краснодарского края приняла такое решение. Приняла. То есть они обещают к началу 2019 года, это краевая дорога, краевые деньги, построить нам четвертую полосу и сделать круговую развязку. Вот это я могу обещать. Сергей Ситала поблагодарил главу за открытие парка военной техники и пообещал поддержку со стороны ветеранов боевых действий в его пополнении новыми образцами. В ходе приема были и вопросы по состоянию дорог в станице Анапской. Юрий Поляков поручил заказать технические условия для ремонта улиц Ереванской и Приобской. Пока же отсыпать проблемные участки щебнем. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Работа Анапской антинаркотической комиссии была отмечена администрацией края. Накануне на заседании под председательством вице-губернатора Николая Долуды обсудили результаты деятельности муниципальных антинаркотических комиссий за 8 месяцев этого года. В режиме видеоконференции в этом совещании приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы городов и районов, представители учреждений образования, здравоохранения, культуры. Всего более 1000 человек. В Анапе комиссии было проведено более 6000 образовательно-воспитательных мероприятий по профилактике наркомании и вредных зависимостей. Проведены мероприятия по выявлению очагов дикорастущей конопли. В июле этого года в хуторе Верхний Ханчакрак совместно с сотрудниками отдела МВД выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли. Уничтожено порядка 250 кустов. В акции «Кубань без наркотрафарета» в сети интернет выявлено 182 ссылки с предложением наркотических веществ. По результатам совещания деятельность антинаркотической комиссии муниципального образования город-курорт Анапа оценена удовлетворительно. Вместе с тем указано на необходимость активизации работы с несовершеннолетними. Нами уже намечен ряд мероприятий, уже некоторые мероприятия реализованы в рамках операции «Дети России», которая состоялась в сентябре текущего года. Определился воспитатель детского сада, который представит Анапу в финале краевого конкурса профессионального мастерства. Наша героиня буквально влюблена в свою профессию, открыта для новых методик. В управлении образования поясняют, детский сад – это прежде всего образовательный процесс. Сегодня направлен на раскрытие ребенка как личности. Ночь!
Обычный день в детском саду номер 10 города-курорта. По расписанию у детей прогулка. Задача воспитателя – сделать ее веселой, активной и, само собой, безопасной. Анастасия Ивченко работает здесь воспитателем около 10 лет. По первому образованию – преподаватель математики. Пришла по семейным обстоятельствам. Однако процесс затянул, и остановиться уже невозможно. А каждый день играешь и проживаешь жизнь заново. Каждое детство постоянно не проходит. Одних детей выпустил, и появляются другие дети, приходят, и с ними начинаешь по новой играть и жить, учить их, чтобы они росли на твоих глазах. Анастасия – победитель муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель года Кубани». Она согласилась принять участие из интереса. Сама постоянно штудирует книги и интернет на предмет новых методик. Одна из таких – обучение на картинках-примерах, где дети что-то делают неправильно, переходят улицу или играют со спичками. Одно дело, когда ты сказал, они тебя могут не услышать, а другое дело, когда они сами решают. И им этим нравится принимать решения, вот, что они такие умные, знают, как себя вести. В конкурсе принимали участие 8 педагогов. Как пояснили в управлении образования, такие мероприятия необходимы для профессионального развития. А с другой стороны, хочется донести до родителей, что детский сад – это не просто присмотр и уход, а важный образовательный процесс. Сейчас задача педагога – это партнерские отношения с ребенком. То есть педагог не решает, что делать ребенку, а он создает такие условия, при которых ребенок сам выбирает то, что он хочет сделать. Если еще 5-6 лет назад дети рисовали, например, лесу как на картинке, то сегодня им предлагают разные варианты, а может и добавить что-то от себя. Из выбора игрушек часто следует предрасположенность к той или иной профессии. Анастасия представит Анапу на краевом этапе конкурса. По ее словам, это с одной стороны волнительно, а с другой интересно встретиться с коллегами, узнать что-то новое или поделиться собственным опытом. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Сильнейшие среди сильнейших. В поселке Виноградном встретились лучшие спортсмены Южного федерального округа. Фестиваль экстремальных испытаний «Сила Кубани» в очередной раз доказал, что не перевелись еще богатыри на земле русской. Давайте, дорогие друзья, поаплодируем первому участнику. Денис! Вес этого автомобиля без малого 1,5 тонны. Денис Домников без особого труда поднимает его над землей. Вот уже много лет он занимается тяжелой атлетикой, поэтому, когда поступило предложение принять участие в фестивале силового экстрима «Сила Кубани», особо не раздумывал. Второй раз участвую. В прошлом году пропустил, в этом году пришел посмотреть, за пацанов поболеть, посмотрел. Народу мало, решил выступить, попробовать. Я слышал, как мой позвоночник хрустит. Очень сложно. Тяжело. Четвертый фестиваль собрал 8 экстремалов из Ростовской области, Ставрополя и Краснодарского края. Это опытные спортсмены, которые профессионально занимаются тяжелой атлетикой. Организаторами фестиваля выступили администрация города-курорта Анапа и руководство Виноградного сельского округа. Этот праздник спорта, естественно, посвящен 75-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Когда-то, 75 лет назад, люди, сильные духом, любящие свою родину, освободили нашу землю от фашистской гадины. А сегодня люди, сильные духом, сильные телом, будут в память об этих наших героях соревноваться. Испытания проходят в нескольких номинациях. Одно из наиболее сложных заданий – переворот покрышки. Ее вес более 300 килограммов. Еще одно испытание – коромысло. 240 килограмм нужно пронести 20 метров. Здесь все зависело от воли к победе. Для одних дистанция показалась бесконечной, для других – что-то вроде легкой прогулки. Как быстро идет Кирилл до финиша! Также тяжеловесы прошли испытания «Веселый фермер», подъем груза от груди и становая тяга легкового автомобиля. Здесь с дистанции сошло больше всех участников. Для многих это задание оказалось не под силу. Все зрители за тебя, Александр, давай! В результате упорнейшей борьбы, которая длилась без малого 4 часа, определились победители. В весовой категории до 105 килограмм лидером стал Роман Намазов из Таганрога. Свыше 105 – Сергей Жохов со Ставропольского края. Организация достаточно очень хорошая. Как бы я не думал, что так будет такая организация, поэтому очень понравилось. Если будет на следующий год, естественно, мы еще раз приедем с удовольствием. В следующем году фестиваль силового экстрима «Сила Кубани» отпразднует свое 5-летие. Организаторы пока не раскрывают все детали проведения мероприятия, но
обещает, что свой день рождения он отпразднует с новыми и яркими победами. Руслан Душевский, Анапа регион. Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Вот уже более 4 лет подряд в Ореховой роще жители и гости города могут наблюдать, как проходят занятия по гимнастике ходу. Это спортивное движение привез с Дальнего Востока Владимир Николаевич Федотов. И с каждым новым занятием количество желающих заняться этим необычным видом спорта становится все больше. Напряглись, начали. И выдох. За 4 года это увлечение переросло в самое настоящее движение. Его основатель Владимир Федотов на собственном примере знает об уникальных свойствах этой методики. 10 лет назад у него практически отказал позвоночник. Совершенно случайно ему попалась книга грузинского спортсмена Звиада Арабулли, в котором рассказывалось об этом виде гимнастики. Буквально за 2 года он полностью избавился от всех болезней. Мы – это единый организм. И тренируя отдельные части тела, невозможно быть здоровым. Потому что все у нас взаимосвязано. И вот эта гимнастика ходу, она именно позволяет развивать все части тела, все органы. А главное, это, конечно же, нервная деятельность. Организовать клуб энтузиастов оказалось непросто. Сначала в группе занимались всего 5 человек. Теперь же здесь более 200 единомышленников. Это по-настоящему спортивная семья. Ведь спорт не только оздоравливает, но и сближает людей. Действительно, они, кроме того, что... здесь соединяются на все общественные мероприятия, допустим, на субботники, они всегда активно участвуют. То есть приятно для меня, также для жителей, их активная позиция. То есть они всегда откликаются, они были и волонтерами, и участвуют в разных акциях муниципалитета, также и совета. Поэтому приятное направление. Всем советую присоединяться к этому движению, заниматься здоровым образом жизни. Как в каждой семье, здесь коллективно отмечают и праздники. Елене Владимировне Ширяевой сегодня исполнилось ровно 75 лет. Так случилось, что ее день рождения совпал с днем освобождения Анапы. Именинница этим очень гордится. Говорит, что это знак. Поздравляем! Я счастлива, я рада, что наш город расцвел, обогатился. Люди стали красивыми, приветливыми, трудолюбивыми. Я тоже здесь живу очень давно, тружусь и горжусь, что я живу в таком интересном очень городе. Занятие гимнастикой проходит 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу с 8 утра в Ореховой роще. С наступлением холодов они продолжатся по адресу Самбурова, 52. Руслан Душевский, Анапа регион. Новая победа анапских спортсменов на мировой арене. В Туле завершилось первенство мира по рукопашному бою среди юношей и девушек. В число победителей вошли воспитанники 4-й спортивной школы. Сразу 2 золотые медали привезли в Анапу молодые спортсмены. Это последние минуты боя анапчанина Николая Фединовича за звание чемпиона первенства мира по рукопашному бою. Желание противника перевести бой в партер ни к чему не приводит. Ударная техника анапского спортсмена и скорость боя приводят это противостояние к предсказуемому финалу. Я занимаюсь 10 лет, готовился с тренером все лето и проходил сборы в городе Алуште. Победу одержал нокаутом. А борьба за победу была действительно жесткой. В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов из 14 стран мира. Спарринги проходили в манеже тульского стадиона «Арсенал». В женских боях показала себя анапчанка Услада Кичигина. После 10-секундного удержания противника она также становится чемпионкой мира. И это несмотря на серьезную травму. Я началась готовить после России сразу же. Также у меня был бой в Китае, и из-за этого я травмировала руку, и мне было очень тяжело как бы выиграть на мире. Соперница у меня была довольно хорошая, она была очень характерная. У нас в отделении 7 членов сборной страны, 3 кандидата в мастера спорта. Отделение работает у нас вот уже 2 года, поэтому стараемся выезжать на все соревнования там. Официальные, всероссийские. Вот на Азию, на Евразию ездили. Ну вот ребята отобрались на первенство мира. Ну вот завоевали такие медали.
По итогам соревнований сборная России завоевала 34 золотые медали и первое общекомандное место. На втором месте сборная Узбекистана 9 золотых медалей, на третьем сборная Казахстана 2 золотых награды. Руслан Душевский, Анапа регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с 8-го этажа. Пристегнитесь, это может спасти вашу жизнь.